Приветствую, дорогие друзья, с вами Геннадий Бабак, и сегодня поговорим о новом ICO, ICO Stax. Это ICO инновационной криптовалютной биржи. Сразу скажу, что я не очень активен с ICO, но если я вижу подобные вещи, то кровь в жилах закипает, лошадь бьет ногой, и я начинаю отрывать задницу от стула и быстренько-быстренько принимать участие, находить средства там и так далее, что я настоятельно рекомендую сделать и вам. Объясню почему. Дело в том, что биржа уже практически находится на этапе выхода, собственно, в свет, где-то в мае это уже будет. И потенциал этой биржи намного выше, чем потенциал даже у сейчас очень популярной биржи Binance. А Binance начинала там года полтора назад всего-навсего с стартовых инвестиций в ICO на уровне там 10 центов. Сейчас BNB монета стоит уже $12. Плюс это всего лишь стоимость монет. Здесь то, что люди делают, они предлагают нам такую штуку, как участие в... это называется co-investment, да, то есть вы становитесь как бы соучредителем, совладельцем, соинвестором, что ли, соинвестором. Что это вам дает? Это вам дает, ну, просто страшные огромные цифры в виде дивидендов. То есть вы будете получать, если вы успеваете сделать свой взнос в монету, то есть нужно купить монету STE, до 15 апреля. Прошу прощения, немножко, конечно, протупил, то, что называется, надо было раньше все это записать, но я долго присматривался к проекту, в общем-то, пока принял решение, что, блин, надо все кидать и заниматься только этим. Итак, что вы можете получить? Смотрите, это для инвестиций $3000 в год, но давайте посмотрим, уменьшим эту цифру, грубо говоря, до, да, то есть на 1.0, 300 баксов, например. То есть вы можете потом уменьшить ее до даже $100, это не принципиально, но посмотрите, какие выплаты идут по прогнозам, а это прогнозы такие средневзвешенные. То есть если человек внес, грубо говоря, купил на $3000 этих сейчас STE, то он будет получать в 2019 году, вы посмотрите, да, дневная прибыль порядка от 30, 40, $70 и так далее, вот уже $100. Через 2 года дневная прибыль у человека составит $100 в день, можно вообще больше ничем не заниматься. Вот месячная прибыль, соответственно. Но и даже не это самое главное. Самое главное, что биржа будет развиваться. Вот то, о чем я говорил по аналогии с Binance, да, в июле 2017 года основные конкуренты Binance заканчивали свое ICO. Не было никакого ажиотажа, токена можно было купить всего лишь за 10 центов. Видите, сейчас, соответственно, 12 баксов стоит BNB. В общем, я большой фанат этого проекта. К сожалению, здесь только в эфирах. Немножко придется помучиться с покупкой. То есть надо просто купить токены через эфиры. Но вот здесь я привожу полную инструкцию, как это сделать. Есть кнопка, на которую нужно нажать. То есть вы нажимаете «Регистрация для инвесторов». Открывается, соответственно, вот такая штука. Дальше вам нужно будет... сюда вот нажать, сюда внести свой эфириум кошелек, номер кошелька, если его нет, его надо быстренько зарегистрировать, после чего вам будет доступна дальше вся процедура. И давайте посмотрим небольшой видеоролик о том, собственно, как это дело работает. В этом коротком видео мы рассмотрим веб-торговый терминал Stax и найдем, что делает его настолько уникальным. Несмотря на то, что Stax – это инновационный проект высокого уровня с использованием самых современных технологий, нашей основной целью стало сохранение привычного пользовательского дизайна с привычным для трейдеров удобством, максимально похожего на другие терминалы и с функциями, уже знакомыми большинству трейдеров. Тем более, что общие функции в большинстве торговых интерфейсов одинаковые. У нас есть диаграмма, которая может отображать разные таймфреймы, доступные в настоящее время, предложения по покупке и продаже в окне книги заказов, а также история последних торгов, и, конечно же, мы можем видеть наши собственные заказы в отдельном окне. Все эти функции доступны в 90% случаев обмена криптовалютами, и мы хотим, чтобы пользователи имели как можно меньше проблем с адаптацией системы Stax. Итак, если вы торговали уже на
одной из ведущих бирж, вы можете легко начать торговать на терминале STEXX в знакомой среде. Теперь давайте сосредоточимся на уникальных функциях STEXX Exchange. Фантастическая вещь в STEXX – это децентрализованная технология A2A, которая позволяет нам поддерживать тысячи кросс-курсов. В двух словах, если есть две монеты, присутствующие на бирже STEXX, вы можете легко торговать между любыми двумя парами монет напрямую. И самое главное… Собственно, это как раз является уникальной особенностью этого проекта. Это то, с чего они начинали. Но это самое начало. Проект гораздо больше, чем просто кросс-курсы. Это очень-очень мощная тема. Это смотрим связано дальше. С поддержкой со стороны всех видов заказов, графиков и бухгалтерского учета. Вы можете выбрать любую сотен монет, перечисленных на STEXX, и создать пару с любой другой монетой. Вы сразу получаете четкое представление о том, что происходит в этой паре с графиком. Поэтому у вас есть тысячи торговых возможностей, недоступных на обычных биржах, которые, в отличие от нас, позволяют вам торговать всего несколькими монетами в долларах США и в биткоине. На STEXX у вас будет более 10 000 кросс-курсов на выбор. Вы можете торговать с мгновенным рыночным ордером или с более безопасными лимитированными ордерами прямо из главного окна. Селектор «Однократная торговля» позволяет вам отправлять ваши заказы без каких-либо задержек с окном подтверждения. Но эту функцию следует включать при каждом входе в систему, чтобы уменьшить вероятность ошибочных сделок. В противном случае вы увидите простое окно подтверждения для рыночного заказа или, щелкнув кнопку лимита, полностью настраиваемое окно заказа. Вы можете установить предельную цену, точную продолжительность жизни для своего заказа. Вы можете автоматически создавать ордера стоп-лосс и take profit, которые будут активированы только в том случае. Да, вот сама эта функция автоматически создавать ордера take profit, стоп-лосс и заметьте вот эту кнопочку trailing stop. Это уже возможности, собственно, те возможности, которыми мы привыкли в работе на обычных фиатах, да, то есть на рынке обычных валют у брокеров. И эта автоматизация уже только это дорогого стоит. То есть вам не надо будет сидеть и мучиться что-то там отслеживать. То есть ввели эти ордера, поставили take profit, поставили trailing stop и спокойно себе зарабатываете. Take profit, которые будут активированы только в том случае, если ваш первоначальный заказ будет выполнен и только для точной суммы, на которую был заполнен заказ. Есть еще более профессиональные опции, которые будут добавлены в торговый терминал STEXX в следующих выпусках. На STEXX Exchange у вас есть необыкновенная гибкость вашей торговли. Вы не ограничены торговлей, как она была установлена в системе. Например, на обычном обмене вы можете торговать Ethereum для биткоинов. Но на STEXX вы можете решить, если хотите, вы можете торговать одной и той же монетой с другой базовой валютой. В этом примере вы можете просто выбрать и обменять биткоин на Ethereum, и все диаграммы и ордера будут отображаться правильно, независимо от того, какой метод вы выберете для его отображения. Никакая другая биржа не дает вам такой гибкости в ваших сделках. Самое главное в таком подходе – это то, что вы можете использовать абсолютно любую монету, указанную на STEXX, в качестве базовой валюты для сбора и сохранения прибыли. Например, вы можете подумать, что биткоин кэш – лучшая валюта в долгосрочной перспективе, и поэтому вы можете измерить все ваши результаты в биткоин кэш. И все ваши графики, сделки и заказы находятся в валюте по вашему выбору и в любом количестве таких базовых валют. И это выдающаяся гибкость торговли и невероятное количество монет, которые вы можете торговать друг против друга, делают STEXX очень уникальным и исключительным. Не пропустите основной STEXX ICO в 2018 году. Впервые в отрасли вы можете стать истинным владельцем обмена криптовалют. Все полученные комиссии, за исключением расходов, то есть 100% чистой прибыли, распределяются среди владельцев токенов STI. Получите реферальную ссылку у того, кто предоставил вам это видео. Добро пожаловать! Ну, собственно, об этом я сейчас и говорю, что сейчас надо быстренько перейти просто на блог. Ссылки я даю в описании к этому видео. Нажать на вот эту кнопку для того, чтобы вы могли пройти регистрацию для инвесторов. Вы можете начать с 0,1 эфира. Это будет там порядка 40-50 долларов максимум. Можете купить на $50, можете купить на $100, на $300. Не проблема. Но смысл в том, что еще этих несколько дней вы можете стать соинвестором, то есть вы можете получать на потом вот эти вот сумасшедшие просто дивиденды. Никакая биржа этого не делала и, наверное, делать не будет. Идея великолепная.
Если у вас нет кошелька для эфириума, да, для этериума, кто его как называет, заходите, читайте, смотрите на YouTube, как быстренько создать этот кошелек, там ничего сложного нет. Потом, соответственно, нужно будет проделать вот эти операции. Где взять сам эфир? Значит, есть куча обменников. Биржа мониторинг обменных пунктов bestexchange.ru, собственно, мониторит и дает вам лучшие курсы. Вот я здесь также даю ссылочку на этот обменник. И дальше двигайтесь по шагам. Если совсем заблудитесь, стучитесь по скайпу. Пятница сегодня, суббота завтра и все. То есть как бы сегодня и завтра вот это два дня решающие. Потом вы сможете просто покупать токены A2A. Это те токены, в которых будет, собственно, проводиться все эти расчеты. Но самое выгодное это зайти прямо сейчас, чтобы купить вот эти вот соинвесторские пакеты монеты STI. С вами был Геннадий Бабак. Ссылки, которые вам понадобятся в описании к этому видео. Всего хорошего. До встречи. Следующих встреч.